Мы, наши коллеги с городской администрации, городского транспортного управления, фактически каждый день производим контрольные мероприятия по работе автобусного подвижного состава на линии. Соответственно, сегодня мы проверили 3 городских маршрута и пригородные маршруты Кузьмунского направления, которые перевозят сейчас в основном дачников. По городским маршрутам серьезных нареканий нет. Жалко, что часть пассажиров не пользуются масками, сделали им замечание, но понимание у людей есть, что необходимо пользоваться средствами защиты. По дачным направлениям проведен анализ пассажиропотока. Люди обращались с жалобами на то, что ряд маршрутов ходит переполнены. С завтрашнего дня количество подвижного состава будет увеличено. Анализ показал, что информация жителей обоснованы, поэтому проведена работа с перевозчиками. С завтрашнего дня 4 маршрута получат дополнительный подвижной состав.